преддверии игрового сезона волейболистки Амички встречают на тренировке почетных гостей. Поговорить о предстоящих играх, задачах на сезон и просто познакомиться в клуб приехали министр спорта Омской области Александр Фабрициус и его заместитель Дмитрий Крикорианц. Напомним, совсем скоро волейболистки Амички вступят в борьбу за награды сразу в нескольких турнирах. Это Кубок Сибири и Дальнего Востока, Кубок России, Национальный чемпионат, Суперлига и Лига чемпионов. В этом году результат поставлена задача быть не ниже третьего места, также войти в тройку сильнейших. Есть у нас и игры по чемпионату Сибири и Дальнему Востоку сейчас у нас пойдут. Кубок России. Ну и самое главное, что в этом году, завоевав в прошлом году в тройку, вошли в тройку призеров, и в этом году у нас есть шанс участвовать в Лиге чемпионов. Это прекрасное достояние нашего омского волейбола женского. Надеюсь, что выступим очень достойно, но и будем стараться. Если пройдем в отборочные все туры и выйдем в финал четырех, то будем просить и давать заявку на то, чтобы все-таки финал прошел в Омске. Самое главное, это чтобы они тренировались, чтобы были всегда в форме, чтобы не было травм. Ну, а я думаю, что с таким тренерским составом и составом спортсменов, которые сегодня мы заявлены на чемпионат, у нас есть все шансы побороться за тройку призеров. Ну, думаю, что чемпионские амбиции мы не откладываем, но оставаться в тройке – это наша задача. Также выпускник Омского института физической культуры Александр Фабрициус побывал в стенах «Альма-Матер», чтобы выразить поддержку еще одной команде нашего региона. Гандбольный клуб «Скиф» 10 сентября стартует в чемпионате России высшей лиги. Это внимание мы ощущаем постоянно, и оно не столько приятно, сколько обязывает к полной самоотдаче, обязывает к ответственности за результат. И это, наверное, даже важнее, чем те приятные эмоции, которые, безусловно, для ребят оставляет визит министра, его заместителя, курирующего спорт. Вообще, конечно, вот эти вот человеческие слова, конечно, гораздо важнее любых приказов, распоряжений и так далее. И ребятам, наверное, далеко до бумажных каких-то дел. Ну а то, что сегодня им поставили задачу, они, конечно, будут стремиться ее выполнить. Живое общение с руководителями спортивной отрасли региона, несомненно, подняло ребятам настроение. Тренеры команды вручили министру сувенир – гандбольный мяч с автографами игроков. Александр Фабрицио, в свою очередь, поспешил проверить его в деле. Веселый, позитивный человек, всесторонне развитый, проявил себя, как говорится, даже хорошим гандболистом и в воротах, и в нападении. Поддержка всегда нужна команде. Так что будем ждать всех желающих посмотреть нашу игру и поболеть за нас.